Сотрудниками уголовного розыска Владивостока задержан курьер, которому передавали деньги граждане, обманутые по схеме «Ваш родственник попал в беду». Ранее в Первореченский отдел полиции поступило заявление 89-летней местной жительницы. Потерпевшей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь совершила дорожно-транспортное происшествие. Якобы для непривлечения ее к уголовной ответственности требовались деньги. Гражданка согласилась и передала неизвестному 150 тысяч рублей. Позже аналогичное преступление было совершено в отношении 80-летней жительницы города. Женщина отдала 150 тысяч рублей за спасение своего сына от уголовной ответственности. Полицейские установили личность курьера. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Полицейскими установлено, что 18-летний студент одного из колледжей Владивостока получил мессенджеры от неизвестного работодателя адреса, по которым нужно было приехать и получить деньги. Позже молодой человек переводил средства на банковскую карту мошенников, а себе оставлял 15% от суммы в качестве вознаграждения. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество. Фигуранта уголовных дел заключили под стражу. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.